Привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче», погнали! Гамильчанину Сергею Балахонову назначили год колонии за то, что тот разместил на своей личной странице ВКонтакте запись «Лукашенко, уходи». Силовики посчитали, что это оскорбление Лукашенко. У мужчины дома осталась беременная жена. Коллеги по работе просили суд не наказывать мужчину сроком, связанным с ограничением свободы. Это Беларусь, детка. В Добрыжском районе пьяный водитель пытался убежать прямо в наручниках из окна патрульной машины. Пока сотрудники ГАИ оформляли протокол, на помощь нарушителю приехали еще двое, которые, размахивая бутылкой водки, угрожали милиционерам. Этой суматохой и воспользовался нарушитель. Правда, далеко убежать ему не удалось. Новые цифры от Белстата. Белорусы стали меньше болеть венерическими заболеваниями, более поздно вступать в брак и добавлять в свою жизнь больше спорта. Также радует, что белорусы стали меньше испытывать привязанность к табаку и сигаретам, но вот страдать от ожирения людей стало больше. Мужчины зарабатывают больше женщин, а вот женщины 70% своего времени тратят на ведение домашнего хозяйства, в то время как мужчины чуть больше 20%.